Рустам Миниханов посетил с официальным визитом королевство Бахрейн. В ходе визита президент Татарстана встретился с представителями королевской семьи, побывал в доме Корана и главной мечети города Манама, а также посетил гонку Формулы-1 на Гран-при Бахрейна. Казань готовится к республиканской студенческой весне. Фестиваль возьмет старт 21 апреля, а гала-концерт же пройдет 26 апреля в концертном зале «Уникс». Открывать фестиваль предстоит студентам КГСУ. В Буинском районе Татарстана затопило мост через Свиягу. Проезд транспорта по мосту запрещен. Водителям рекомендуют объезжать аварийный участок. В высшей школе государственного и муниципального управления КФУ обучили крымских госслужащих. Группа из 27 руководителей сельских поселений Бахчисарайского района Крыма прошла подготовку по уникальной и расширенной программе, в которую помимо теоретических лекций вошли также практические занятия и даже стажировка в одном из районов Татарстана. В Приволжском федеральном округе создадут аналог «Золотого кольца». Туристический маршрут объединит в себе крупнейшие достопримечательности региона – древний город Болгар в Татарстане, музей Чапаева в Чувашии, Шереметьевский замок в Мариэл, бункер Сталина в Самарской области и многое другое. В Казани завершился 8-й всероссийский детско-юношеский фестиваль по брейк-дансу «Рэп на голове». 250 юных танцоров со всей России выявляли лучшего в брейкинге в течение 2 дней. Пьяный казанский водитель сдался полиции, спасаясь от пешеходов. Свою явку с повинной нетрезвый мужчина за рулем объяснил тем, что за ним якобы следит группа прохожих, и ему требуется помощь сотрудников ГИБДД. КФУ и Французский институт нефти открывают совместную магистратуру. Старт реализации программы запланирован уже на осень 2016 года. «Уникс» досрочно вышел в плей-офф единой лиги ВТБ. Казанская баскетбольная команда за 3 тура до завершения регулярного чемпионата обеспечила себе 2-е место и получила преимущество домашней площадки в играх на вылет.